Эльдара Джамаля, на самом деле, я помню достаточно плохо, в силу того, что он, к сожалению, очень рано умер, и я его застал относительно в детстве. Видел последние мои воспоминания о нем, к сожалению, когда уже начала проявляться его болезнь. Он выглядел, очевидно, плохо, но, к счастью, рассудка не терял. В этом был один из огромнейших его талантов и огромнейшая его сила, потому что в каком бы плачевном и плохом состоянии он не был, он всегда мог сохранять здравомыслие и острый ум. Я помню, как время от времени я приходил к нему домой, иногда без отца, иногда с отцом. И мы просто разговаривали с ним. Я помню, тогда еще я год жил в Америке, когда я учился в третьем классе. Там я приходил к Гейдару, и мы с ним могли разговаривать по-английски. Просто потому, что у Гейдара был не очень хороший английский, он старался его практиковать. А в основном я просто внимал ему и слушал, как он разговаривает о чем-то. Я пытался впитать вот весь этот опыт и весь этот мудрость, всю эту ауру, которая веяла от него просто постоянно, всю эту силу духа. Воспоминания у меня о нем очень такие своеобразные. Он отложился в моей голове как такой идеал, символ подражания. Это всегда очень спокойный, умный, хладнокровный и непредвзятый человек. На самом деле я очень рад, что я наконец-таки оказался в Шуше. Это, конечно же, был в Азербайджане, но сейчас я непосредственно оказался на своей родине. За это я, во-первых, хочу выразить свою огромную благодарность президенту фонду Гейдара Алиева и Мехрибан Ханум. Огромное ей спасибо за предоставление мне такой возможности. Я очень рад оказаться здесь, потому что я впервые посетил свою родину, место, откуда непосредственно вышел мой род. И мне очень приятно, потому что здесь, безусловно, завораживающие виды, горы. И когда я, например, выхожу погулять вечером, я чувствую такое спокойствие и всепоглощающее такое заполнение меня всепоглощающим спокойствием, во-первых, от прекрасных мест, а во-вторых, от осознания того, что я наконец-таки оказался там, где я должен быть. Потому что я могу познакомиться с различными людьми с разных мест, поговорить с ними, узнать, чем они занимаются, и со многими из них у меня, можно сказать, в каком-то плане общая судьба, много схожего. Мы делимся опытом, мы общаемся. Я очень рад за предоставленную мне эти возможности. И, наверное, это самое ценное, пожалуй, в этом лагере после того, что я могу посетить, наконец-таки, свой дом. Люди, которые здесь, и с которыми я могу познакомиться, поговорить, перенять их опыт. И, я надеюсь, с некоторыми из них на дальнейшее общение после этого лагеря. Касательно самого лагеря и программы, конечно же, не без каких-то небольших недочетов, но в целом я крайне доволен. Очень интересная программа. Я очень много узнаю, помимо того, что я знал, я очень много узнаю про Шушу, про Азербайджан в целом, про политику, про взаимоотношения, про экономику. И, безусловно, приятно послушать умных, знающих людей, перенять их опыт. Поэтому, да, я, безусловно, доволен и самими людьми, тем контингентом, в котором я нахожусь, и программой лагеря.